Некоторые спортсмены рождаются врагами. Но самое свирепое соперничество было между боксерами Рейзером и Кидом. Но решающий бой между ними так и не состоялся. Я хочу объявить, что покидаю профессиональный бокс. 30 лет спустя. Знаешь, что это? Видеоигра. Про вас с Кидом хотят сделать игру. Снимут видео, как ты боксируешь, запишут озвучку. Убью тебя. Конечно, голосом белого парня, чтоб никого не пугать. Рейзер, давай несколько ударов по груше. Давай, Рейзер, представь, что это Кид. Хорошо, что у меня задница не такая толстая. Ты подстроил. Я же сказал, приходи к часу, Кит. Я хотел повидать старого друга, он от меня 30 лет прячется. Я соскучился. Да по жратве не скучал, я пошел. Нет, уж погоди. Как вы себя ведете? Вы же пожилые люди. Этот ролик взорвал интернет. Одна компания хочет устроить матч-реванш. Дают 100 тысяч. Да я с ним рядом срать не сяду, оно того не стоит. Что значит не стоит? Посмотри, где ты живешь. В январе. Я Майк, твой тренер. Не может быть. Ты, скорее всего, сожрал моего тренера. Пора на тренировку. Это безумие. Да? И почему же? Ты толстый, у тебя слабые колени. Ты жирный. Не льсти мне, говори как есть. Можно вас на секунду? Я ваш сын. Может, я могу помочь? Эй, ты чего? Мы зашли мясо купить, не надо кидаться на все с кулаками. Ты выставляешь себя на посмешище. Хороший исполнитель знает, когда уйти со сцены, Кит. Если кого-то нокаутируют, можно сказать, что он просто споткнулся? Над нами смеются, но мы все еще живы. Я в жизни себя лучше не чувствовал. Рейзер, почему сейчас? Я боец. Я родился бойцом. Можешь меня ненавидеть, но ты мне нужен. Как ни старайтесь, форму вам не набрать. Будем в какой есть. Через 30 лет после второго боя Кит Макдонан и Рейзер Шарп готовятся к новому поединку. Де Ниро против Сталлоне. Смелый ход выйти без левчика. Я навалил тебе кучу на крыльцо. Парни, мы в эфире. В прямом эфире. Забойный реванш. Кевин Харт и Алан Аркин. Чернышевский, прояви уважение. Надеюсь, ты назвал меня Чернышевским, потому что я начитанный, а не из-за роста и цвета моей кожи. Потому что ты маленький и черный. Да, а Иисус, по-твоему, каким был? Смотрите в кинотеатрах с 16 января.